Всем привет! С вами Юлиана Соколовская. Этой записью я открываю серию аффирмаций для работы с вашим подсознанием. Сегодня мы с вами сделаем очень глубокую, я бы сказала, ключевую аффирмацию для настройки позитивного мышления. А пока несколько научных фактов об этой методике. Исследования человеческого мышления установили, что все, что мы часто, хочу сейчас подчеркнуть слово «часто», слышим и видим, в какой-то момент становится нашей реальностью. Наша психика так устроена, что сперва все действительно новое вызывает у нас удивление, а иногда даже сопротивление. Но потом, в результате частых повторений, новое становится привычным. Наше сознание не различает часто повторяемое от реального. Поэтому многое из того, что часто приходит в наши мысли, сознание воспринимает как истинное. Есть мнение, что процесс привыкания к новому и интегрирования его в нашу систему убеждений происходит быстрее и легче, если мы не обдумываем информацию, а просто регулярно слушаем ее между делом. Например, как фоновую музыку. Такие методы программирования подсознания используются в том числе и различными спецслужбами. Поэтому для того, чтобы изменить свои ограничивающие убеждения на новые, эффективные для вас, рекомендуется слушать эту запись каждый день в течение месяца. Для того, чтобы сделать эту практику еще более эффективной, думайте о каждом произносимом мной утверждении как об уже свершившемся факте. Постарайтесь испытывать соответствующие чувства и эмоции, почувствовать это в своем теле. Мысленно соглашайтесь с тем, что я произношу. Почувствуйте это как свою реальность. Сейчас мы с вами уже приступим, собственно, к аффирмациям. А если вы хотите научиться корректно, без ошибок, составлять их самостоятельно, то забирайте правила составления аффирмаций прямо по ссылке под этой записью. Итак, мы с вами начинаем. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я принимаю себя, безусловно, во всех своих проявлениях. Я принимаю свое тело, свои мысли, свои чувства и свои действия. Мне нравится быть собой. Я принимаю своих близких и других людей. Я люблю себя, безусловно, всей душой, всем сердцем. Я люблю себя просто так, просто потому что я есть. Я осознаю свои мысли. Я легко управляю своими мыслями. Я думаю о хорошем. Я думаю о том, что приносит пользу мне и моим близким. Я думаю о том, что истинно. Я осознанно избавляюсь от дурных мыслей и негативных убеждений. Я легко отпускаю навязчивые мысли и заменяю их мыслями, которые полезны для меня. Я осознанно управляю потоком внешней информации от других людей, из интернета, книг, телевидения, радио. Я осознанно фокусируюсь на позитивных событиях и гармоничных потоках информации. Я окружаю себя позитивными людьми. Я осознанно избегаю общения с людьми токсичными и токсичными источниками информации. Я каждый день испытываю благодарность к себе, своим близким и другим людям. Я с удовольствием делаю своим близким и другим людям комплименты. Я умею слушать и слышать. Я легко управляю своими мыслями. Я признаю, что мои мысли играют важнейшую роль в моей жизни. Я осознаю, что мои мысли формируют мою систему убеждений.
Я понимаю, что некоторые мои мысли ограничивают меня. Я осознанно заменяю мысли, которые ограничивают меня и тормозят мой прогресс. Я осознаю, что все мои мысли реальны. Мысли обладают реальными физическими свойствами. Каждая моя мысль формирует электромагнитный импульс и запускает процессы как в моем теле, так и вне его. Когда мне в голову приходит мысль, мой мозг выделяет химические соединения, которые воздействуют на мое тело. Каждая моя мысль оказывает сильнейшее воздействие на каждую клеточку моего тела. Когда я формирую позитивные мысли, запускается процесс благоприятного метаболизма, и мое тело оздоравливается на клеточном уровне. Мысли реальны. Я отказываюсь от всех мыслей, которые ограничивают меня и тормозят мое развитие. Я осознанно выбираю мысли, которые помогают мне в жизни. Я приучаю свое мышление работать позитивно и инициировать положительные изменения во всех сферах моей жизни. Я осознанно управляю своими воспоминаниями. Я возвращаюсь только к хорошим воспоминаниям. Я легко отпускаю прошлое. Я легко принимаю перемены. Перемены – это естественный процесс жизни. Я фокусируюсь на жизни здесь и сейчас. Я отвечаю за свою жизнь. Я принимаю на себя ответственность за свою жизнь. Я творец своей жизни. Я создаю жизнь своей мечты. У меня сильная интуиция. Я развиваю свою интуицию. Я доверяю своей интуиции. Я легко прощаю себя, своих близких и других людей. Я ценю себя. Я верю в себя. Я чувствую уверенность в себе. Я чувствую свою силу. Я знаю и ценю свои достоинства. Я достойный человек. Я уникальная личность. Я радуюсь своим талантам и способностям. Мне нравится позитивное внимание ко мне. Я отбрасываю излишнее смущение и страх. Я ежедневно хвалю себя за свои достоинства, достижения, сильные стороны. Я люблю себя всей душой. Я люблю все, что во мне есть. Я достоин любви. Я чувствую, что меня любят. Мои близкие друзья поддерживают меня. Я уважаю себя, своих близких и других людей. Я чувствую гармонию внутри себя. Я чувствую покой, счастье, радость внутри себя. Я легко подключаюсь к своей внутренней силе. У меня всего в достатке. Мне комфортно, и я живу в безопасности. Я умею выходить из зоны комфорта, когда я этого хочу. Я знаю, что тогда я становлюсь сильнее. Я умею совершать смелые поступки. Я – это свобода. Я – это совершенное здоровье. Я – это изобилие. Я – это благополучие. Я – это гармония, целостность, радость, любовь. Я – это существо из радости и света. Я счастлива, я здорова, я мудра, я красива, я любима. Моя жизнь – это результат моих творческих усилий и поддержки этого мира. Я выбираю жизнь. Я важная часть жизни этого мира. Я здесь для того, чтобы развиваться, узнавать новое и проходить через свой уникальный опыт. Я разрешаю
позитивным событиям происходить. Я принимаю все, что несет мне жизнь. Я ценю каждую возможность, которую дарит мне жизнь. Я выбираю свою жизнь момент за моментом. Я и есть жизнь. В моей жизни все хорошо. Моя жизнь наполнена любовью, легкостью, радостью, благодарностью.